Дымовые шашки парижской полиции не помогли. 1 мая многотысячная демонстрация во французской столице закончилась беспорядками и столкновениями. В стражи порядка летели камни и бутылки. Полиция ответила жестким разгоном демонстрантов. Митинги против реформы трудового законодательства продолжаются в стране уже несколько недель. По словам профсоюзов, изменения позволят работодателям увеличивать количество рабочих часов и напрямую договариваться с сотрудниками об оплате сверхурочных. Также будет упрощена процедура увольнения. Многие считают, что реформа приведет к увеличению трудового дня и прочим ущемлением прав работников. Сейчас во Франции уровень безработицы составляет 10%, и по опросам 80% населения ожидают ухудшения ситуации с занятостью.